В конкурсе приняли участие 15 команд из городских школ. Участники выступали в двух номинациях – кинетические инсталляции и конструирование с помощью 3D-принтера. Конкурс инженерного творчества по следам Жюля Верна, проект школы «Росатома» проводится при поддержке администрации города впервые. Участвуют учащиеся 5-8, это одна возрастная категория, и 9-11 классов. Сами юные изобретатели отнеслись к конкурсу со всей серьезностью. У нас задача заключалась в том, сделать аппарат, который по воде переправит груз из 5 гаек. Ну, собственно, мы его сделали, будем сегодня запускать и рассказывать. В номинации конструирования с помощью 3D-принтера победу одержали команды из городской гимназии и школы номер 19. В номинации изготовления инженерных кинетических инсталляций победу команды «Технодром», Центра доп. Образования детей и команды «Верн» 25-го лицея. Победителям муниципального этапа предстоит выполнить дистанционные задания. После этого будут определены финалисты очного этапа конкурса, который состоится в конце февраля в Железногорске. Татьяна Елисеева, Анжелика Барвинок. Наше время.